Внимание! Будет даваться старт пятому призовому заезду. Старт дан. Спецстартом возглавил закон. Здесь же в борьбе монолог и бегун. На входе в правый поворот бег ведет закон под управлением Олега Опарина. И в борьбе за вторую позицию бегун и монолог. Монолог сейчас с небольшим преимуществом. К отметке первой четверти впереди закон. Первая отметка за законом. 36,5 секунды первая четверть дистанции. По дальней прямой бег ведет закон. На вторую позицию определился бегун. На третий монолог. Лошади двигаются по дальней прямой. Впереди закон. На второй позиции бегун. На третий монолог. И к отметке второй четверти впереди закон. Тридцать шесть и три секунды вторая отметка дистанции. Лошади на входе в левый поворот. Впереди закон, на второй позиции бегун, на третий монолог. Лошади растянулись по дистанции, впереди закон, на второй позиции бегун, на третий монолог. Бегун пытается сократить расстояние до закона, делает бросок. Но пока к отметке третьей четверти впереди закон. 37,5, видно, начал вставать. 37,5 секунды, третья отметка дистанции. Лошади вышли на финишную прямую, впереди закон, на второй позиции бегун, на третий монолог. Бросок делает бегун, заставая закона. Однако пока по-прежнему впереди закон. Лошади подходят к финишу. Внимание, финиш.